Ну, плохие идеи, типа, это то, что этот стрим в живых держит, поэтому поехали. 488. Иден на зверя. Мистер Ми приятно. Ну, 3 хп хотя бы то есть. 3 хп это хорошо. ЖП в Н, П42Х. Нормальные статы. У нас еще и Херафант, у нас есть 5 хп старт, а не 3 хп старт. Это муха. Но муха не там, хоть тоже фиолетовая, но не та муха. Не та, что нам нужна. Тащи вот эту хуйню, наверное. Красава. Потом, может, заберу. Попозже. Сакрума. 3 хп красных, синяя есть в запасе, да? Пока все еще маловероятно. Пока сильно не хватает тычек нормально, чтобы это фармить. Пока вообще нет. Меч на камень есть, можно взорвать. Не, я знаю, что это делает на зверя. Я уже пожил. Я эту хуйню видел. Не буду я это брать. О, бомб засунули. А. Выгодно. Выгодно вышло. Что делает? Падает вниз. Сразу. То есть там первая булька, не просто падает вниз. То есть рейндж... Рейндж будет 0. В этом файте. Так, у нас хп начало падать резко вдруг. Что там было? Там флетстоун игра мне предлагает. Любезно. Я, скорее всего, откажусь. Блять, тут хп не будет, грустно. Тут хп не будет. Так, а вроде если есть секретка, он ее все равно откроет, правильно, мистер Ми? В любом направлении, по-моему, откроет. Даже если я неправильно ее поставлю. Там явно в большой руме секретка будет вторая. Так, сейчас мы там откроем секретку. Еще хп. То есть это 3. 4, да, уже. И, наверное, я даже могу пожертвовать. А ты вот так сделаешь. И что это? Тут нет секретки, или просто он уебан. Ну тут просто, видимо, ее нет, наверное. Скорее всего. А где она тогда может быть? Подожди, а где она может быть? В стартовой руме, что ли? Нет, так быть не может в стартовой руме. Это ёбаная стартовая рума. Господи, какие... Дегенераты делали-то, сука, генерацию этажей в этой игре. Как она может быть стартовой? Она должна быть здесь или здесь. Тут два варианта нормальных. Тут не может быть вторая, тут первая может быть в теории. Я не хочу одну бомбу, по-моему, тратить. А, кстати, реально здесь, наверное. Ты по расположению. Окей. Это будет дорого. Это будет чудовищно дорого. Мне прям еле-еле хватает. Ну, хотя тут еще, окей, тут еще одна хуйня есть. Не, погоди, хуйня получается. Может быть здесь вторая будет? Сверху, может? Может быть здесь? Ладно. Это еще... Окей! Окей, это еще я могу понять. В это я еще могу поверить, это хорошая секретка. Это, по крайней мере, имеет какой-то смысл.
такое расположение. Ну уж нихуя не в стартовой руме. Лады. Ну, то есть мы ее в самое мясо будем фармить эту секретку. То есть с румом. Причем всего это? Всего одно синее. Ну ладно, у меня хаерофанты еще, по-моему, было синее. Так, это сейчас же будет 6. Телепорта нет, плохо. Телепорта нет, плохо. Ну. Шанс на этом и шанс на либо хп, либо миллион денег остается еще. Тут вроде до упора можно прокать спокойно. А это монет. Печально. Это печально. Я смогу отпиздить. Пускай ты меня отпиздишь. А, шипы, если забыл про шипы. Ступай на шипы, друг. Ты еблан? Понятно. Ну, деньги так деньги. Деньги могут пригодиться в этой жизни. Пускай будет. Батарейка была. А. Давай я таблетку съем, хули уже. Охуенно. Полезно. The Hierophant. Вообще, по ощущениям, с округлым этажей явно меньше шанс иметь меньше на ТП и на этом. Да не, это просто кажется. Там, по-моему, на всех этажах одинаковые проценты. А он прям бахнет сразу. Он прям сразу бахает. Но не самый хуёвый первый этаж. Видал и похуже. Нормально. Жить можно. Мои герои старты. Я бы тоже этой хуйней занимался, вроде нормально было. Типа, просто когда как. Ну типа, 1-3 это и так не сильно прям огромный шанс. Даже 1-2 у меня бывало не проклят там с этим ебучим кардридингом. Когда там бронил один чар категорию. И просто можно без импера типа жить там 3-4 этажа подряд. И это шанс 50%. Тут еще 1-3. Просто удача такая. Он вчера, по-моему, 4 этажа подряд, кстати, не прокнуло хп в сокруме БТВ. Кстати, да. Мне 4 сокрумы дали подряд деньги в одном сиде, так что... Это Айзек. Это нормально. Это база. Корпс нет, не открывает мистер Ми. Это полезно. 5 хипес. Сначала, наверное, в этом магаз руму. Потом в этом руму. Так, ну вот деньги уже тоже были не зря. Прикольно.
Вот уже и деньги пригодились. Опять байты на мидбоев, что-то хз. Чё-то пока сильно хз. Тут я пока не особо хочу этих мидбоев. Вот мультики, наверное, хочу, если я опять буду их скипать. Правда, я их опять буду скипать, ну похуй. Пусть будет. Не, он был бы не полный. Там надо 4 хп, чтобы был полный. На максимальном уровне. Не пиздите. А, куб летает. Тогда я пижу, да. Да нахуй нужно, господи. Битбою нужно, когда билда вообще нет. Битбой это долбоёбство, тем более так сливать хп красное на втором этаже, это тупость. Чем? Хаос тоже нахуй не нужен в этой игре. Он обычно ничего сильно интересного не делает. Типа ни хорошего, ни плохого сейчас ничего, по-моему, не делает. А, да. Схлопок. Жри его. Нет, хп все равно есть на сделке. Сумму нужно лучить. Руин, да нет, там по-разному. Там где-то ран через ран, наверное. Когда как. Опять-то залупа здесь прокает. А, нечем лучить. Давай. Это, наверное, лучший планетарий. Какой планетарий? Лучший экспериментал. В чат смотрю, беру планетарий. Ну, хаос, да, хаос ломает почти все. По-моему, только сет дропа мини-боссов не ломает, и крампусов всяких. А все остальное все ломает. Все пулы айтемов. Фортуна, дес, карта. Че, дал все. Тупо дал все, что нужно было в плюс. Все, что было хорошее, все дал в плюс. Тогда след раза не будет, я просто не буду брать эксперименталы. Капа. Никогда больше в своей жизни. Хитрый план. Бля, это полная хуйня. Забрал. Даже, по-моему, хп не забрал. Не, хп, может быть, забрал. Да, хп забрал одно, наверное. Хп забрал, что-то еще забрал. Возможно, рейндж. Наверное, рейндж. Или рейндж, или шот спит, наверное, забрал, по всей видимости. Так. Еще какой-то сундук есть. Что за карты Two of Hearts, Фортуна? Я их уже миллион раз проверял. Эту карту оставлю уже на выход. Ее не проебать. Это была Tower карта, это правда. Сам правда, это нам нихуя не даст, наверное. Скорее всего, нет. Скорее всего, ничего не даст. Типа сундуки я один хер не открою. Интересно, если бы у меня был бы заряд Мистер Ми, он бы открыл сундук, который большой, золотой, или он просто мне бы его притащил? По-моему, он просто его притащит, да, наверное, он не будет нихуя с ним делать. Бесполезный бенч. Бесполезный сундук. Ключей 0, бомб 0. ХП до херища. Боже. Хуя себе! Три касса, ну ладно. Нихуя себе приколы. Это приколы сильные. Открывает? Он их не все открывает, он их бывает притаскивает. Типа сундук серый, он просто тебе притащит. По-моему. Или я троллю. По-моему, у меня какой-то сундук таскал, я не помню. Он типа сундук на бомбу.
Я подожди, все-таки, наверное, от этого выгоднее, да? Ладно. Правда, сундук был бы интересен, но эта хуйня выгоднее. Ну да. Тирскап. А нет, у меня тирскап уже поломан. А, мне еще поломали тирскап экспериментал. Нихуя себе. Ебать, старт мощный. Офигеть, статы. С прошлым раном, тем более, если... сравнить. Охереть. Так, а мелкую батарейку я уже... забрал, да? Приносит к персонажу предмет, пикап, сундук, сундук красный, шипастый, мега-сундук. А, вот. Ну вот видишь, что какие-то он... сундуки таскает, какие-то открывает. Полагаю, мега-сундук это который есть, да, на два ключа сундук. Ну вот. То есть он нихуя бы его бы не открыл. То есть я правильно думал. Что какое-то говно будет. Ну тогда и ладно. Ничего не потеряли, получается. Конечно, сочные первые два этажа. Так бы всегда. Ой, блядь, там было хп, ну ладно, хп снова максимально. Почти. В принципе, нормально. О, мега батарейка. Надо поюзать мистер Ми куда-то и взять ее, может, перед боссом. Наверное. Слов уже хватает куда угодно почти, да. Плюс-минус. Уже очень солидный билд. Видимо, на сегодня мы отмучились. С этим 1-4 тирейтом. Больше не хочу сегодня с этим мучиться. Глазик. Ну и тоже демедшап. Мидбой на звере бесполезен. Да, у меня трубка, я даже ее не вижу. Я вот... ну что хуёво, потому, типа, стоит вот такая хуйня стандартная. Даже вот такая, по-моему. Уж так видно, что у тебя две активки. Хорошо, вон там видно даже эти заряды видно. Но я ебал, это такое говно. Как хуйня смотрится с таким офсетом. А так я тупо не вижу, что у меня вообще вторая активка есть, я на неё хуй кладу всегда. Просто забываю. Про скулбэк вечно. Лейт снов. Господи. То, что в первый раз. Дримкетчер на этом стриме тайтом. Только-только ради синего хп на старте этажа. Не более того. Здравствуйте. Зря я не взял батарейку, да? Я пожалею, они нихуя не пожалею. Заебись. А вот и нож! Я вот его сегодня хотел найти, только в другом ране, где мне не было тирейта. У меня много тирейта. Ладно. Ладно. Давайте так. Окей, это будет ран довольно быстрый, возможно. Нож реально давно не видел, по-моему. Хотя я вроде хожу на дьявола, вообще каждый день что-то хожу на дьявола. Кто не вижу его там. Какие мегабласты уже редко пропают. Флетстоун? А он там никак не поломается, я не знаю. А прикинь, там еще и нож будет уже падать вниз. Я ж нахуй просто с ума сойду с этой хуйни. Наверное, нет. Блять, черт их знает. Звучит страшно. Но с ножом, в принципе, я могу в мили атаки хуярить, в общем-то. Даже если будут лететь вниз, я все равно, наверное, справлюсь, скорее всего. Нихуя себе мемы. Я продолжу залочил. Хуйня будет. Или я не залочил. Стоп! А я же не залочил, правильно? Я не залочил. Я не залочил. Нихуя подобного. Я украл. Да-да-да. Куча вор. Точно. Точно нахуй. Как? Как это? Трубка похуй на самом деле. Все равно я не буду ее юзать. Ебать. Это, конечно, будет дальняя дорога, но все еще можно сделать. Все еще можно прокнуть. Так, где? Где это говно? Видимо, здесь.
Здравствуй. Ты кто? Дядя говорит, вы тут откуда взялись? Тут я вас не ждал. Найс шипы. Жаль, поздно. Может быть, я даже их, может быть, пофармил бы, но вряд ли. Скидка, в принципе, денег мне уже я все всрал, поэтому деньги мне может пригодятся. Окей, хорошо. Погнали, все, надо нахуй быстрее заканчивать, уже долгий стрим получается. Мультики, да, похуй на эти мультики. Главное хп с мультиков. Пара-па-пам. В компаче дроп добавили, дроп какой, дроп чего? А, свистелька, по-моему, был всегда. Там просто ультра маленький шанс. Он точно был в Afterburst Plus, по-моему, такой. По-моему. Я такое в АВ+ тоже видел. Хуйня заряжена. Тогда открываем. П, синяя, нуль. Очень хуёво. Лобастер хуй зарядишь вечно. Вечно. Почему я терпеть не могу? Вечно искать хп просто полжизни. Не влияет, ну спасибо. Но я думаю, вряд ли он влияет, конечно, на нож-то. Это просто типа была мысль, что я от них могу чего угодно ожидать в этой игре. Я бы нахуй не удивился, если даже нож попадал вниз каким-то хером. Алабастер взял, ну типа, а чё нет? Тут ран уже пройден. Тут можно и алабастер уже взять. Не обломаюсь. АБ плюс был каждый ран с ножом? Да нет, я бы не сказал, что там прям тоже был сейчас нож. Чаще был, наверное, в среднем, но типа, далеко не каждый ран был с ножом. Я там бывали правда шедоу в каждом ране. У меня, по-моему, как-то раз было, по-моему, 5 или 6 шедоу из 8 ранов за стрим. В АБ плюс. Такое было. И там шедоу был намного сильнее, чем сейчас, потому что у него было красное хп. Он был совсем классный. Сейчас он все-таки стал более ситуативным. Из-за того, что у него только может быть синее хп, ты немного ограничиваешь все-таки в действиях тебя. Хоть это не особо, конечно. Так что еще охуенно на этом в основном. О, тинтит. Давай Boss of Steel. Было бы... А, ну так тоже нормально. Experimental pill. Ясно, ясно. Ясно, понятно, окей. Кстати, 2 хп осталось. 2 хп. 2 хп это уже немного. 2 хп это уже может получиться. Заебись, красный хп миллиард. Своевременно. Сейчас у меня нет синего пока что. Ну-ка. Ну там Иуда и так не особо сложный персонаж все же. Как по мне. Потому, в общем-то, плевать. Лапка алабастер. Я не помню. По логике, наверное, да, так она зарядилась. Давайте теперь ждать ресток. Возможно. Давайте ресток посмотрим. Вдруг будет ресток где-нибудь красивый. Красивый ресток. Красивый шубдавуп. Красивый ход, который меня чуть вчера не ёбнул. Привет, фрик дэв. Да, зайдем, снова будет хп максимально, в любом случае. С этим алабастером классные черепа. Я думаю, я могу еще маленько уменьшить тирит. Он
Нужен не сильно большой, не сильно маленький сейчас, по-моему, в этой игре. Чтобы с ножом нормально управляться. Dead Sirius, еще один врыв. Спасибо за 9 месяцев, Dead Sirius. Спасибо за ресап. Так, я искал Аристоки. Я не нашел Аристоки. Так, а где может быть секретка? Первая секретка. Блин, где она? Здесь она. Нет! Пины! За что? За что? Я сейчас в магаз вернусь после, пока... Я пока об алабастере думаю. Там, да, там, скорее всего, все просто берется, по-моему. Потому что просто дэмэдж нужен. В общем-то, насрать. Ну что за... А, этаж... А, я понял. Оно с мини-боссом, видимо, да, сопряжено. Свинством. Или свинством. Надо идти обратно. Да, она здесь, наверное. Или это совсем этаж конченый, одно из двух. Это конченый этаж, окей. Это конченый этаж. Ну тогда пошли в магаз, похуй. Либо где-то я еще проебал место. Может быть здесь? Кстати, вряд ли здесь. Нет, это вроде вряд ли было. Там я вроде проверял. Так, у меня еще Steam Sale, охуеть. На самом деле Steam Sale опять руина. Я зря взял Steam Sale, наверное. Ну, как бы вроде надо брать, но вроде ты теряешь дэмэдж, потому что кипер за деньги потраченные дает бонусы. Нужно тратить больше, чтобы получать больше. Ну и говно. Реально говно. Дальше рисунку. Да мне уже лень тянуть. Мне уже лень. Типикал алабастер. Дуалити. Хоббитс. Что делать? Только что показал. Только что нажал. Чтобы забрать. Мне лень. Я не хочу. У меня нож, у меня много дэмэджа. Мне хватит. Я справлюсь. Я справлюсь, окей? Ну не слабо, я справлюсь. О, новый смотрис. I forgot to flush the toilet. Feels bad, man. Feels bad, my smotters. Thanks for 100 bits. Так, у меня уже есть телепорт. Старт с карта. Пойдет. Нет, мистер Мини открывает там. Флип! Тащи эту хуйню сюда. Правда, опять же, очень... Ты долбоеб? Я не то у тебя просил. Потому что там были киперы, он не понял, что мне надо от него. Что, зачем ты это сделал? Зачем он это сделал? Ладно, сейчас там вроде места больше, сейчас, наверное, надеюсь, он справится. Со второго раза. Заряженный, тихо, не надо его пока трогать. Вау, это был... Классный додж. Подиумы не тащатся. Подиумы? Смотрим. Нормально все тащится. Так, ладно, собрали. Черепи, у меня уже телепорт есть. Мне уже телепорт не нужен.
А чё, нож хороший айтем, что ли? Какой-то мем, наверное, сложный. Нож неплохой айтем. Нож нормальный такой айтем. Несложный мем. Сложный мем — это когда я стримлю S3 без микрофона. Тогда в чате один сплошной сложный мем. А, тоже Зэм ударил. Ну, там свои приколы. Там своя прикология. Он там много чего удалил. Там типа же диверсия, там еще нету на дьяволе, нету лопаты, мегабласта, ножа. И что-то еще. Че еще нет? А не, все, по-моему. Лопата, мегабласт и нож убраны из дьявола. Ты сам вообще нихуя нет. Там просто нечего искать. Все веселое, все удалил. Потому это будет явно опять какой-то ангельский разъеб в этом сезоне, что очень уныло. Ютубовский свой. Потому что я еще закинул, типа, когда это между ранами на Эдена. Закинул ран. Не лень было делать там это очередь. Загрузки позже закинуть. Смутил немного. Ребят, где нож брать? Нигде. В R+, нигде. Ну, в смысле, именно в S3. Есть где взять. Там, вернее, можно через флип, наверное, забрать нож. Не факт, флип, возможно, не сделает. Через Spin Down Dice можно забрать, и через сертификат можно все еще забрать, по-моему. То есть, точно есть два способа. Господи, нахуй деньги беру, мне денег хватит. Чё я делаю? Зачем я это делаю? Бля, хуйня. Какая хуйня. Жаль. Ну ладно. Нужно было все-таки на дьявола идти, как нормальный человек. Ну ладно. Хотел какой-нибудь множитель получить. Получил. Хуй за воротник. Ну и ладно. Шли дальше. Шли отсюда. Что, Альтайзек не работает? Что это значит? Что это сообщение значит? С кем и с чем он не работает? Нож нет, ножа нет в пулах айтемов. Вообще нет. Ты не можешь его никак наролить. Только Spin Down Dice можешь. Потому что он эту хуйню игнорит, видимо. Пула айтемов. Вот, скоро же будет конжойнт. Красная рума. Что там может быть хорошего? Четырка. Четырка. Рили четырка. Четырка может что-нибудь порулить. Ай! Даже не задело. Я сильнее шипов. Так. Да, конечно, тут жесткая руина получилась. Со стимсейлом. На кипер яйца. Столько потерял дэмэджа, просто в никуда потерял дэмэдж. Ну окей. Это неплохо получилось. Это приятно вышло. Кстати, в принципе, я могу даже так, наверное, пойти. Хотя мне... Флип мне вообще нужен, флип мне ничего не даст, да, по-моему, уже до конца рана. Ну, типа, и мистер мне нихуя не даст, правильно. И то мне нихуя не даст. Ничего разумного. Можно паролить. Можно паролить. Конжой, я не хочу конжой, потому что там странный триплшот будет и дэмэджа меньше.
Этаж первый, там уже не будет слива, потому что я там уже был в этом руме. Она, по-моему, не изменится. По-моему, она уже не изменится. Все равно. Короче, нахер, пошли. Пенни? Да нет. Никакого Пенни. Никаких мультиков. Так и никакого Пенни. Нужна карта хорошая. Хоминг нож. Чё-то я не фанат ваших хоминг ножей. Не знаю, я что-то как-то не чувствую новый хоминг, он какой-то слишком ёбнутый. Так, я не скипал ничего вообще. Да ведь? Или да. Я вообще ничего не скипал. А, флетстоун скипал. Это я заберу. Это я заберу. Упс. Shut up! You just keep pushing me like this. I'm leaving. Good. Leave. We'll be fine without you. Abandon us like you abandoned yourself. Сюда? Карта? Нет карты. Вот я об этом думал. Уже Юкай сказал, что нет. Он даже потестил аж. Я тоже думал, что вдруг он летит вниз. Это странно выглядит, звучит, но в принципе, это опять же, я от них чего угодно могу ожидать. Запросто. Но вроде нет. Ну еще будет мили-нож, в принципе. Мили-нож и так билд, плюс-минус. Ну плюс-минус. Не очень, да почему, нормально. Ты там дэмэдж, по-моему, только получаешь в плюс, а не в минус. Там маленько больше дамажит на этих отскоках, по-моему. Блять. Вечно эту муху прямо себе на проходе бахую. Не рассчитываю дэмэдж. Очень противная комната. Максимальная хп. Опа, инкуб. Здорово, инкуб. Тим Кук? Вряд ли. Ой, блядь. Земель, убери броню этих уёбков. Мне в ванили. Я устал. Этой хуйни с броней. Поможем меня мучить. Так. Муха. Все? Не все. Вот сейчас будет флетстоун. Надо забрать, не забудь. О! Бобс Брейн, видимо, тоже болт клал на эту броню. Поэтому Бобс Брейн имба. Очевидно. Завелов больше, чем обычно. Они все ждут S3. Без микрофонной, которого сегодня не будет. Бомба же? Ну слушай. По-моему, Фетус при этом как бы броню нихера не игнорит. Как и пикак. По-моему, нет. Поэтому логика типа бомба это, по-моему, нерабочая логика. Все равно при этом. К сожалению. Тут лифак бесполезен. Летстоун, ну у меня нож. С ножом нам сказали, что все нормально работает.
Ножом просто будет флетстоун нож обычный. Он не так плох. Он как бы и не хорош, и не плох. Он просто флетстоун нож. Стоять. Так, анимация божественная. А там спиннер, да? Там спиннер, я знал, сука. Тут ебучий спиннер. А тут в ебу карта, не хочу этот хоминг на звере оставлять все равно. Мне не очень нравится. Скорость просто ебанутая. 2-0. Очень быстро. Слишком быстро. Карту, пожалуйста. Я карту не хочу. Я говорю, мне хоминг на нож нахуй не нужен. Это мусорная синергия. Там все боссы, типа, у них и так... Хитбоксы очень легкие. Можно и без хоминга попадать. А хоминг бывает легко никуда. Наоборот, улетает куда-то в космос. Только теряешь в дэмэдже наоборот. Ну да, нож не падает. Ладно. Нож. Нож, видимо, на веревочке. На него физика не работает. А без ту очень тяжело попадать. Это тоже правда. А ты мух за... Ага. Чё, правда, что ли? Мух. То есть не основного челика, а мух ты зафризил. Лифаком. Прикольно. А зачем? Почему муха, почему не его? Кажется, мне он больше мешает, чем мухе. Кстати. Ладно, мне кажется, дэмэджа маловато будет, наверное. Кстати, а тостер тоже игнорит броню или нет? Я это не тестил никогда в жизни. Интересно. Тостер и броня. Может быть, тостер тоже игнорит. Было бы, по крайней мере, логично. Какая-то была бы от него польза на этих файтах. А так непонятно. Стоять. Да-да, тостер это Magic Fingers. Это короткий был интервал замерзания. Ага, даже до второй фазы не дошел. Хороший билд. Я думаю, даже я не пройду первую фазу. Скорее всего. Этим тостером. Я, конечно, нажму, но типа. Он хуйня. Кстати, камни вообще не ломаются. А нет, ломает. А нет, это он их ломает. То есть камни реально не ломаются. На хуйня. Даже не в одном глазу. Ты пицца? Я пицца. А если не можешь, закажу пиццу реально. О, пора. Давно не было. О, опять нож. Второй нож. Блин, what the fuck? Что? А что? What? Ты опять ту хуйню сделал? Что это за анимации? Что это нахуй за анимации? Это чё, блядь? Опять это говно просто. Просто невидимые хитбоксы, развороты и разворот обратно. Хорошо. Это сильно хорошо. Хороший босс, хорошая игра. ГГ. А была монетка? Ну ладно. Монетка на удачу была.